Друзья, всем привет! Меня зовут Ирина Форми, а это моя напарница Елена, и мы подготовили для вас домашнюю тренировку, которая поможет снять напряжение с поясничного отдела, а также улучшит питание тазобедренных суставов. Первое упражнение выполняется лежа на спине. Итак, обнимаем себя под бедра и на выдохе начинаем приближаться грудью к бедрам. На вдохе аккуратно расслабляем вытяжение, затем снова обнимаем себя под бедра, скручиваемся по корпусу. И снова опускаем и корпус, и стопы вниз. Опять на выдохе хорошее скручивание, удлинение спины. А затем на вдохе опускаем. Движение происходит медленно, и ваша задача повторить 12-15 повторений. Второе упражнение – спираль. Исходная позиция лежа на спине, ноги согнуты в коленных суставах на 90 градусов, руки отведены в сторону буковкой Т. И на выдохе одновременно начинаем бедра скручивать влево, а взгляд направлять направо. Выдох, снова движение, оно медленно. Возвращаемся обратно, меняем направление. Взгляд налево, а бедра вправо. Возвращаемся. И постоянно вы меняете сторону скрутки. Данное упражнение суммарно вы выполняете 20-30 повторений. Третье упражнение направлено на мобильность тазобедренных суставов. И снова у вас исходная позиция лежа на спине. Начнем работать правой ногой. Правую ногу коленом направляете наружу. Затем ногу выпрямляете и начинаете заворачивать стопу вовнутрь. Ведете колено снова к себе, сгибаете ногу в коленном суставе, возвращаетесь в исходную позицию. Опять сначала движение бедра наружу, ногу поменяли. Выпрямляем ногу, заворачиваем стопу вовнутрь, возвращаем стопу и колено на исходную позицию. Снова работайте над правой ногой. И так ваши повторения в течение 8-10 раз для каждой ноги. И в заключительном упражнении мы снова с вами работаем с тазобедренными суставами. Сейчас в исходной позиции вы стопы ставите чуть шире ширины плеч. Начнем движение снова с правой ноги. Начинаем наоборот вовнутрь. Колено направлять, выпрямлять ногу, менять направление стопы, открывать ее внутреннюю поверхность сюда и ввести ногу в исходную позицию. Теперь точно так же работаем с левой ногой. Сначала движение вовнутрь, ногу выпрямляем, вращаем стопу, возвращаем ногу в исходную позицию. Данное упражнение вы также выполняете от 8 до 10 повторений для каждой ноги. Ну что, друзья, мы желаем вам хорошей, приятной тренировки. Занимайтесь спортом!